Уважаемые гости и постоянные зрители канала, Хоттабыч вас приветствует. Добро пожаловать. Сегодня будет бой за советскую сторону. И сегодня гвоздем нашей программы будут ребята. Эх, бог ты мой, где же они? Вот они, с пистолетом-пулеметом Долганова. Когда вы приобретаете данный отряд, у вас по дефолту четверо штурмовиков, вооруженные вот этой палкой неказистой, которая была изобретена в Белоруссии, в оккупированной, если верить карточке товара, то пистолет-пулемет Долганова, разработанный в Белоруссии для партизан. Так что это чисто партизанское оружие. В общем, четверо штурмовиков, и можно докупить одного инженера. Я докупил как раз таки его за золотую заявку. Также у меня был ручной пулемет Горова, которую я дал ему, и также снарядил его топором. Всех бойцов в данном отряде я снарядил миной и флягой, взрывпакетом. По-моему, взрывпакет был. Большая патронная сумка. Кроме инженера, у него вот, к сожалению, нету. И всего-то у него 40 выстрелов. Его надо прокачивать. Инженерный отряд надо прокачивать. Давайте посмотрим, насколько хороши эти ребята в деле. В Берлин нас закинуло. Ну а куда же еще? Вот они как выглядят со стороны. Форма немножко отличается, видно. О-о-о. Будет весело, будет очень весело, я это прям чувствую. Попробуем обойти это все дело. С другой стороны тоже штурмуют. В лоб никто не бежит, это, ну, это, наверное, бесполезно. Бежать в лоб. Мы немножко схитрим. И зайдем немножко с другой стороны. Ну, если получится. Если получится, конечно. Вот, например, вот здесь. Например, здесь. Ребятки, все мои дошли живые. Неплохой пулемет. Пистолет-пулемет. Партизаны. Белорусские партизаны были бы довольны. Были бы очень довольны. Ух, как, блядь. Прокачал я им скорость лечения аптечкой. Скорость лечения аптечкой. Была прокачана. А тем не менее, я остаюсь один из команды. Давай, выходи. Выходи. А хороший, хороший пулемет, пистолет-пулемет. Ох и хорош, ох и хорош. Ладно, хватит пиздеть. Полуторка. Впечатление замечательное. Первое впечатление. Хоть он быстро отряд я положил, но тем не менее он мне понравился. Он мне очень понравился. Так что все не так плохо. Никто не ставит маркеры, я... А сейчас вы можете наблюдать боевое применение пулемета «Лады». Да. Могли видеть. Могли, наверное, видеть. А могли и не видеть. Да ёпта. Сука, блядь.
Такое чувство, как будто я здесь один на точке. Так, я немножко раздал перков этому пулемету скалоприемником. Выходим, ребята, выходим. Горизонтальную отдачу. Раздал перки на горизонтальную отдачу. Пистолет-пулемет Долганова. У меня вот единственный вопрос. Почему я не взял его раньше? Какого черта я раньше его не... это что за форма у них такая? Я поправляю микрофон, стойку микрофона. Потому что немножко мешает. Чуть-чуть совсем мешает. Вперед! Где-то здесь я слышу немецкую речь. Немецкую речь. По-моему, там уже разобрались и без нас, без меня. На 360. На 360 градусов. Ну вот. Пулемет запел другими красками. Просто по-другому. Так, пистолет-пулемет Долганова. Это они? Я не пойму. Нет, вот они. Нет, вот они. Вот, да. Выходим. Да выходим. Полуторка моя живет до сих пор. Все живет и живет. Второй выход. Вот оно как в руках выглядит. Вы знаете, с виду неказистая шняга какая-то. А убойная... В общем... Я обзорщик от Бога. Я обзорщик от Бога. Берите, не пожалеете. Это не реклама ни в коем случае. Есть, кого-то там... Кого-то прибил. Кого-то получилось там прихлопнуть. Схожу-ка я на второй этаж. Нет, не пойду я на второй этаж. Надо на точку идти. Обалденное. Обалденное оружие. А чё они тут застряли? Моя невнимательность просто. Это моя невнимательность. Какой резкий оказался. Блять, со всех сторон, сука. Попал. Все, никак не можем захватить ее. Ого, наверху как? А точка-то наверху.
Сейчас мои боты полягут там. Никого не вижу. Ну обойдем. Мы не гордые. Что-то я никого там и не вижу. Опа! Блять. Он бежал за мной. Я иногда так тоже делаю. Иногда так тоже могу делать. Бежишь ты! Бежишь и не видишь там ничего. Да не перезаряжай! А лечись! Хо, тяжело, тяжело на очереди. Долго бежать, долго. Там большая очередь. Два танка наших там катаются. Ничего у них не выходит. А я тут зайду? Да. Зайду. Умирают мои ботики, к сожалению. Захватываем точку. Пытаемся. Пытаемся захватить точку. Ох, и пулемет-то заиграл-то новыми красками. Вот этот. С лентоприемником. Где она? Блять. Ну, отважная попытка была. Более чем. Более чем отважная. Меня никто не прикроет. Все равно не помогло моя скорость лечения. Не помогло. А полуторка моя взорвалась. Ладно, едем. Главное на эту, на танк не нарваться, на вражеский. Давай, блядь, через елку ебучую, блядь. Это что тут за нычка? А, тут все закрыто. Почему он так долго так не живут они, а?
сука, блядь. Все, блядь, добежал. ППДшки, давайте. Поехали. Умираем каждые 30 секунд. Какой, блядь, человек тут поставил. Великий мозг. На точку нам не получается. Надо спустить. Все, уже троих нету. Уже троих нету. Зай. Пиздец. Да как так-то? Ну вот. Блять. Охренеть. Нет, нет. Лентоприемник. Я вошел во вкус. Ну че встали, боты, блять? Вот кто? Вот кто стреляет, блядь? О, боты застряли. Везет нам, ну не везет. Ну вот что-то мы не так делаем. Видали, блядь? У него пинг больше, что ли? Или как? Почему он на крыше здесь, блядь? Почему? Как ты сюда залез, блядь? Твою ж мать. Просто пиздец. Великий человек, тот, кто поставил эту точку сбора, блядь, на крыше. Просто ты великий. Все боты остались на крыше. И пошли куда-то в другую сторону. По той же крыше. Ну, типа, сам доставь точку. У тебя же инженер в каждом отряде есть. Ну, а вот не хочу я точку ставить. Я хочу позлить диванных экспертов и... комментаторов своих, которые вот любят меня учить. Да я играю, как мне нравится, как я хочу, ребята. Что ж... Нет. Точку мы эту не возьмем. И бой мы и проиграем. А бой мы проиграем. Да вот не видно было его в темноте. Опа! Обманул. Это более чем отважно. Это больше. А, сейчас он меня застрелит. Далеко стоят точки, далеко. Ребята, далеко. Да что ты, блядь, застрял ты? Так, давайте. Да, такая победа, конечно, да, будет за нами. Угу. Наконец-то.
Все. Ну вот, блядь, поставил точку и захватили. Ой, хороший пулемет. Как он у него вот так А, это сверху, блядь. Все, понятно. Это сверху. Тут совсем... Да, блядь, он знал, как будто бы. Он как будто бы знал. Да. Не выходит каменный цветок. Не выходит. 400 осталось. А бежать очень долго. Между прочим. Бежать-то еще прилично. Ого, сколько здесь. Сколько здесь наших бойцов? Потихонечку, потихонечку. Да, мне бы тоже не помешало бы местоположение точки врага. Умрите, ублюдки! Поножовщина. Да вы заебете, блядь. Не знаю, больше всего вот вас раздражают минометчики, вас раздражают огнеметчики. А меня раздражают вот эти вот мины, минеры эти, блядь. Огнеметчики не так раздражают, как эти минеры, блядь. Не знаю, прям просто горит от них. Просто подгорает. То 10-й мессершмитт уничтожен. Блин, перезаряжаю. Ой, блядь. Сука. Да какой вражеской техники? Выглядывает он, выглядывает. Выглядывает он. Да ёб твою, сука. Откуда вы все стреляете, блядь? Бляха-муха. Нас просто уничтожают здесь. Да нету здесь никакой техники. Он подождал, пока я перезаряжусь. Нам нужна поддержка танков. Просто срочно, срочно нужна поддержка. Я не вижу, я не вижу, кто, блядь, ну кто, блядь, откуда? Наши силы занимают точку, а ебашат по мне, блядь. Умри, ублюдок! Ты никуда не убежишь!
Наши силы занимают точку, а ебашат по Хаттабычу, блядь. Вот он ждал, как я появлюсь, блядь. Ты на точку, сука, смотри, блядь. Что ее за... О, меня бомбит просто, блядь. Меня кроет уже, блядь. Где здесь выходы? Да выходи, блядь, уже. Там... точку захватывают, а ебашат по мне, блядь. Прям целенаправленно. Да ебитесь вы. Если я встану, меня сразу ваншотнят в голову. Просто пуньк так вот сразу. Да пиздец полный, блядь. Сейчас, подождите секундочку. Сейчас я вернусь. Вернулся, блядь. Блядь, не получилось наебать. Не получилось. Ну вот как быть-то, а? Я хочу обзор сделать. Немцы, пожалуйста, дайте мне обзор сделать. На офигенный... Не выходит у нас, не выходит. Крепкая оборона у них, крепкая. Вот, блядь, в меня он стрелял. Там на улице чувак, бля, ходил. Просто, блядь, ну в присядку. Оцелился в меня. Да я чё, какой-то особенный. Ползком, ползком, ползком. Ой, блядь, вот что он там делает этот? Ну, защищает точку, да, защищает точку. Я это вырежу. Вот смотрите, он смог добежать до точки. Просто шел со своей СВТ-шкой. Нет, подождите. А, хрен там был. Все? Ух ты! 190 метров. Почему в меня, блядь? У меня что, маркер написано? Стрелять сюда? Или как?
Почему все в меня летит, блядь? А я думал, я все уже. Вот они, блядь. Скилловые игроки сидят вот так вот. Вот так вот. Пуньк, блядь. В Хаттабыча стреляют. Суки, блядь. Врешь, не возьмешь, блядь. А может и возьмешь. Ему нужно местоположение техники врага. Да ты выйди из той техники, блядь, и давай на штурм вместе со мной. Выходи, давай, пошли штурмить на штурм, блядь. Просто точку штурми и все, блядь. Нахуй эти координаты, блядь. Никому не нужные. Да, дела. О, ППД, ППД. Надо ППД. Ну что ж, мне кажется, это заключительные кадры штурма берлинских позиций. Наверное, больше ничего не будет. 40 секунд остается до конца боя. Чьи-то боты купаются, ребята, купаются. Вот они плавают здесь. Там танк. Два. Ну, а мы пробуем штурмануть с этим инженером позицию. Но ничего не выходит. 2 секунды остается, и это поражение. Полный провал. Ну, не полный провал. Подумать только. 96 фрагов без малого. Настрелял я. Сражались как могли. Вот так вот. Против среднего офицерского состава, младшего. Можно так сказать. Пожалуйста, статистика. Есть. Вот так вот. А кто досмотрел данное видео до конца, я попрошу поставить палец вверх. Где же они, красавчики? Вот они. Палец вверх, подписаться и что-нибудь прокомментировать. Всего хорошего вам, до свидания.